Русская народная сказка. Петушок подавился. Жили-были петушок да курочка. Побежали они к попу на мельницу искать зернышки. Бегали-бегали. Петушок нашел большое зернышко и думает: один съем, не дам курочке. А зернышко-то в горле застряло. Петушок и подавился. Увидала курочка, что петушок подавился. И побежала к молочнице просить молока. Молочница, молочница, дай молочка. Куда с молоком? Петушок подавился у попа на мельнице зернышком. Молочница сказала: беги к сенокосцам, пускай накосят сено, тогда и молочка дам. Пришла к сенокосцам: сенокосцы, сенокосцы, накосите сенца. Зачем тебе, говорят, сенца? Молочница нести. Зачем молочница? Молока даст. Куда с молоком? Петушок подавился у попа на мельнице. А сбегай, говорят, к кузнецам, пускай скуют косу. Тогда мы тебе накосим и сено. Пришла к кузнецам: кузнецы, кузнецы, скуйте косу. Зачем коса? Сенокосцам снести. Зачем сенокосцам? Сено накосят. Зачем сено? Молочнице нести. Зачем молочница? Молока даст. Куда с молочком? Петушок подавился у попа на мельнице зернышком. Сбегай, говорят, к угольнице, попроси угольков, тогда и косу скосуем. Побежала курочка к угольнице. Угольница, угольница, дай угольков. Зачем угольки? Кузнецам снести, они косу скуют. Зачем коса? Сенокосцам снести, они сено накосят. Куда с сеном? Молочнице дать. Зачем молочница? Молочка даст. Куда с молочком? Петушку дать. Петушок подавился у попа на мельнице зернышком. Угольница дала угольков курочке. Курочка потащила их к кузнецам. Кузнецы сковали косу. Она потащила ее сенокосцам. Сенокосцы накосили сено. Она сено потащила к молочнице. Молочница дала молочка. Курочка принесла молочко, а петушок уже задохся. И молочко не помогло.